Ежегодно в преддверии лета администрация района проводит необходимые мероприятия для того, чтобы организовать досуг несовершеннолетних ромичан. Комитетом по образованию был разработан административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по организации отдыха детей в возрасте от 7 до 18 лет в каникулярное время. Для обеспечения прав детей и молодежи на отдых, занятости и оздоровления на территории района традиционно будут работать оздоровительные лагеря на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, школьные трудовые объединения, будет организован военно-спортивный оздоровительный лагерь «Тайфун», профильные лагеря, будет осуществлена, сейчас она уже завершается, закупка путевок в оздоровительные санаторные лагеря, в том числе южного направления. Общая сумма доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составила 183 миллиона. В основном это доходы от арендной платы за землю и аренды имущества. Поступления из бюджетов других уровней за 2016 год составили 3 миллиарда 889 миллионов рублей, что составляет 97% от плановых назначений. Бюджетная политика в области расходов в 2016 году, как и в предыдущие годы, ориентирована на сохранение социальной направленности бюджета, повышение результативности бюджетных расходов и на ограничение размера бюджетного дефицита в целях сохранения экономической стабильности и устойчивости выполнения принятых расходных обязательств. Исполнение муниципальных программ составило в отчетном периоде 98% от запланированных средств. 4 муниципальные программы – культура, развитие конкуренции, предпринимательство и безопасность – профинансированы более чем на 99%. По итогам исполнения бюджет Раменского района префицитный. Превышение доходов над расходами составило 141 миллион рублей. Муниципальный долг отсутствует. Ирина Зинченко, Алексей Гущин для программы «Городские вести».